marché a fait son temps, et pas seulement en Europe. Tant pis pour Alexandre qui ne le comprend pas. Nous sommes au seuil de grands changements. Путешествующих, недугующих, страждущих и о спасении всех. Николай Николаевич спит? Отсутствует ваше превосходительство. Они Софьи Алексеевны изволят в Белой церкви гостить. Ступай. Здравствуй, Мария. Прости, что не приехала раньше. Это было не в моей власти. Возьми тут письмо Пушкина.
Верь, Мари. Я тосковал по тебе. Арестован Пестель. Павел Иванович? За что? Веренный мне полк произведет арестование главнокомандующего и начальника штаба. Вы в северной отрасли сохраняете монархию, тогда как общество Юга намерено ее упразднить. Упразднить монархию в одночасье невозможно, особенно у нас, в России. Ее можно лишь ограничить законом, на манер Британии. Так будет же республика, князь. Господа! Вы спорите понапрасну. Позор крепостничества нам всем отвратителен. Пестель холост. Холост. Пестель. Каховский тоже. И Муравьев апостол. Нуралеев, его жена, дочь. Скажу, чтобы накрыли к обеду. На смотре войск государь будет всенепременно. Смерть царя – сигнал к выступлению. Мы хотим на юге знать, согласно ли общество севера на цареубийство. Твоей бригадой, князь, я доволен. Жаль, только не истребил ты прежний дух головокружения. Il serait extrêmement souhaitable pour toi, prince, que tu te consacres dorénavant à ton rôle de colonel. Выгоднее тебе, князь, заниматься полковым делом. Государь, я не осведомлен, чему обязан. Хитрец же ты, князь Волконский. En garde, prince. Déjà une fois à Paris, ta tête folle. Смотри, князь, твоя головушка еще в Париже заносилась, куда ее не следовало. Ну, да не мне тебя наказывать. Ей сам поощрял самосбродные мечтания. Велел было сочинить конституцию. Да теперь вижу, в просвещенной монархии она не нужна. И запрета на общество, где и ты состоишь, не отпирайся, я не отменял. Кровь тирана избавит отечество от самовластия. С планом Юга нельзя не согласиться. Князь. Если до будущей весны государь не дарует обещанной конституции, а их же не даруют. Господа, я дождусь 26-го года и на смотре принесу государю повинную голову. Государь казнит меня, однако дарует России уложения и права, которых вы не способны добиться. Гром грянет, господа. Наверное, я достоин осуждения. В общем, если что-нибудь будет не так, я надеюсь, что ты хотя бы постараешься понять нас. Нас? Господи, нас? Azzurra dolce se ci chiama,
gira e il cor ti brama e nulla più vediamo. In cielo, cielo van, in cielo van, altalena, altalena, e volo dolcemente con te su sopra le nuvole, e volo dolcemente качелей. Мария! Машенька, Маша будет, будет. Правда же, ничего не случилось. Успокойся. Вот уж не думал. Будет, Машенька, успокойся. Случай-то пустяковое, право, ну что ты. Не ездите в Умань! Фельдъегерь из Петербурга! Приказ государя об аресте! Поворачивайте! Ваш происходитель! Поздно мне поворачивать. Ипполит! Ипполит, прошу вас. Voici quelques lettres adressées à ma femme. Voudriez-vous les remettre à des personnes... Здесь несколько писем к жене. Раздайте их, чтобы отсылали из разных мест. Жена еще слаба, пусть узнает об этом как можно позже. Трогай. Доложит обо мне государю. Что за шутки, капитан? Приказа о вашем аресте нет. В день присяги вы были в полку. Разве не так? А я ушел к мятежникам, когда на них направили пушки. Вы на себя клевещете. Отнюдь. Я состоял в тайном обществе. И разделю их участь. Потерял много крови и два дня не ел.
Шпагу отдал без принуждения, но как был препровожден гауптвахту, оказал неповиновение, почему и был связан. По причине голодного обморока. Он ранен, пускай сидит. Я знал наперед, что ты здесь будешь. Это ты говорил истребить августейшую фамилию? Ты? Нет. Никогда и никому не говорил. Докормите. Никому не говорил, но всегда об этом думал. Помилуйте, как я могу оскорбить их величие? У них же крепости, армия, флот. Они же картечью. Ну что им с того, если я скажу, мол, вы, Николай Павлович, свинья? Как смеешь ты сидеть в присутствии? Мерзавец! Свинья, дрянь! Дрянь! Заковать, чтоб пошевелиться не мог. Падали. Полковы ругались. Лучше. Катрин, чтоб тебе не говорили о нас. Молчи! Один Бог тебе судья, сэр. Тебе и твоим друзьям. Was wollen die hier? Ich weiß nicht. Kennst du sie? Ich kenne diese Leute nicht. Herr Botschafter, ich werde Ihnen alles. Господин посол, извините, пришли русские чиновники. Сам министр иностранных дел, они настаивают. В чем дело, господин министр, так рано в моем доме? Мне очень жаль беспокоить вас в столь неурочное время, но в вашем доме провел ночь ваш родственник, князь Трубецкой. Если вы не позволите, господин амбассадор, звать принца Трубецкой, если вы оставите князя в австрийском посольстве, вам будет вручена соответствующая нота. Я послал за князем, но если он не пожелает выйти... Чему обязан? Вас просит к себе император. Когда? À l'instant. Сей же час. Que faites-vous, prince? Что вы, князь? Je vous en prie, Ludwig. Que pourrais-je faire? Я надеюсь, Людвиг, вы позаботитесь о Катрин. Catherine! Catherine, mais qu'est-ce que tu fais ici? Avec ces soldats, on peut s'attendre à tout. Oh, je t'en prie, papa, Dieu sait ce qui se passe en ce moment. Papa, прошу тебя, скажи, где Серж. Трубецкой n'est pas ici. Трубецкого здесь нет. Уезжай отсюда скорей. Это мятежники. Мятежники здесь? Но где же Серж? Умоляю тебя. Уезжай. Сейчас же.
Да есть у вас хотя бы рота! Ваше Величество, артиллерия пресекнула, пушки выведены! Только заряда не сыщет никак! Ваше Величество! Ваше Величество! Во дворе лейб-гренадер! Не вернутся ли, Ваше Величество? Это мятежники. Вы опоздали с советом, генерал. Здорово, ребята! Как вы меня не признаете? Ваше Величество, рота 1-го Преображенского полка прибыла. Но по недоразумению, все ружья без пуль. Вы кого-то искали, поручик? Своих, Ваше Высочество! Когда так, то вот вам дорога. Проходите. Разомкнись! Разомкнись от середины! Ура, Конституция! Трубецкой. Царю, только институт не могу знать, кто такая это. Кто из вас был со мной под Кульмом и Лейпцигом? Вам Штеттелем, Приеной, Першенгенвазом и Кремсом, Бухарестом, Хабелешти, озеро Оберальд, под Корученым, Вильной и Бородино? Никто не был! Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата! Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда вы знали бы, кто есть Милорадович! Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы! Осрамили русский мундир, честь военную, название солдата. Вы пятно России, вы преступники перед царем и отечеством, перед Богом. Это что вы затеяли? Что сделали? На колени пред законным государем-императором Николаем Павловичем! На колени, ребята! Все!
Да, Эжен. Ужас в том, что, разделяя твои взгляды, мы сохраняем преданность престолу и государю, которого презираем как обманщика. Привычка, дорогой Серж, для русского человека все. Ты говорил это совсем недавно. Князь Трубецкой, он знакомый сиелисты? Князь Сергей Петрович, ответьте. Манифест. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Уничтожение бывшего правления. Уничтожение права собственности на людей. Равенство всех сословий перед законом. Дворянин, купец... Мещанин, крестьянин, все равно имеют право. Вы писали сие. Пожалуйста, вспомните. Народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства. Крепостное рабство должно быть решительно уничтожено. Это ваша рука. Революция в России. Но это такая же бессмыслица, как баба-гренадер. Для чего мещанин в Европе берет кинжал? Чтобы узурпировать права, которых он не имеет. Да чужое имущество пограбить. Да ежели ММС дизосит он сосед. Да ежели общество какое вроде масонского, так бывал я в таких обществах. Сколько шума, бойкости, да решительности словесной. Разойдутся и опять затишья. Его императорское величество, государь Александр Павлович. Стареем мы, Милорадович. Россия нуждается в новой силе, энергии. Времена ныне тяжкие, поля засеяны гадко, оскудение зерна, пища у крестьян худая. Хлеба нет. Их продают в розницу, разбивают семьи, развращают жен, крадут невинность дев. Все это явно, нету страха на утеснителей. Бары располагают честью, имуществом и самой жизнью. Негры на плантациях счастливее наших крестьян. Есть изверги, что заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков. Всяк дворянин, что действию освобождения воспротивится, не может зваться иначе, как враг Отечества. И первый враг – государь-император. Устал я. На Господа единого уповаю, ибо сказано. Тогда похваляюсь, когда чувствую себя слабым, ибо тогда укрепляет меня Господь. Это ваша рука? Моя. Что вы наделали? Это что ж такое вы наделали? Князь Трубецкой! Какая фамилия? Гвардии полковник! Что было в этой голове? Когда вы связали свое имя с такой дрянью. Оставьте нас! Ваша участь будет ужасная. Ужасная. Какая милая жена. Вы погубили вашу жену. Господи. Вы
Я могу вас сейчас расстрелять. Жизнь была бы вам стыдом и наказанием. Расстреляйте. Левашов. Ваше счастье, князь Сергей Петрович, что у вас нет детей. Рука моя легкая. Ну, вот отойдемся. А вот. Была не была. Вы vous apprêtez à tuer toute la garnison de la forteresse, mademoiselle? Et tout cela pour le lieutenant Анненков? Вы собирались перебить гарнизон крепости, мадемуазель? И все это из-за поручика Анненкова? Soit dit en passant, vous êtes arrivé à temps. Мадемуазель, aujourd'hui on a délivré votre cher ami d'un... Между прочим, сегодня вашего друга вынули из петли. Мурди! Стой! Куда? Стой! Стой! Анкизи-вы, мадемуазель. La serviette s'est déchirée. Успокойтесь, полотенце оборвалось. Его привели в чувство. Non, vous ne pouvez pas me retenir ici une minute de plus. Cela fait déjà deux jours que je suis arrivée de Moscou. Вы не смеете задерживать меня. Уже два дня, как я приехала из Москвы. Vous n'avez pas de... У вас нет сердца. Les rues sont bien changées. Как изменились русские. Можно подумать, гильотину изобрели в Костроме. Cela ferait longtemps que dans votre pays ces faiseurs de мятежи. В вашей стране все участники военного мятежа были бы давно казнены. Oui, monsieur. Vous avez raison. Вы правы, месье. Mais ils auraient eu des avocats. Но у них были бы адвокаты. Мадемуазель. Прошение о свидании подают следственной комиссии, потом на высочайшее рассмотрение. Ну? По-русски я тебе бы объяснил. Monsieur, vous êtes un homme fort. Moi, je suis faible. Вы такой сильный, а я слабая. Et pourtant, je suis arrivée jusqu'ici. И все-таки я добралась сюда. Est-il vraiment impossible à vous, fort? Неужели вы не поможете мне? De m'aider moi qui suis seule dans un pays étranger. Одинокой в чужой стране. Monsieur? Regardez, c'est tout. Вот все, что у меня есть. C'est ma mère qui me l'a donné. Это дала мне моя мать. À vos. À vos. Била, не била. Трошка! Ваше благородие. Мадемуазель Полин. Валя, чи спят ви за них відколи? Жузан, так, Ілья Демарш. Кавалергарди век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струны,
но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Поручик, что вы здесь делаете? C'est que mademoiselle, je suis ici chez moi. Простите, но я у себя дома? Je ne suis pas à l'auberge. Как я не на постоялом дворе? Ce n'est pas un grand malheur. Pour une nuit, vous reposerez de Gargotte de province. Беда небольшая. Передохните ночку от уездного клоповника. Я не понимаю, это ваш дом? Des orphelins abandonnés comme celle-ci, nous en possédons dans tout le pays. C'est la propriété de ma mère. Серебро-то 60 пудов лежит. Анна, я боюсь. Все таракан до черти. А на видение недавно курили. А как же маменька? А маменька выпарит. Кроме этой глухой в доме ни души. Il n'y a pas une âme dans toute la maison. Вас здесь никто не потревожит. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. 20 vers à pied, ce n'est plus une partie de plaisir. Vous savez, il se fait tard. Il serait plus sage de rentrer. Лишь-moi tout de suite. Vraiment. Merci. Ah, bon. Si vous ne m'aimez pas. Eh bien, bien, qu'allez-vous faire alors? Je vais me battre. Vous battre avec qui? Me battre avec le premier qui me regarde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Qu'allez-vous faire alors? Je les affronterai tous. Vous serez tués, et vous le mériterez bien. Здесь расстались с жизнью тысячи русских и ваших соотечественников. В 12-м году здесь прошла война.
Peut-être les cendres de mon oncle, l'homme le plus gai du monde, repose-t-elle par là? Кто знает, не в этих ли местах покоится прах моего дядюшки, самого веселого человека на земле. Мой дядя и отец служили бы на порту. Ваш отец воевал против России. Нет, он погиб на земле Испанского королевства. Я сиротела, когда мне еще не было 9 лет. Замолчите. С детских лет я вздрагиваю при этих звуках. Отец ненавидел Бонапарта. Любой роялист поплатился бы жизнью, обнаружен тогда сочувствие к бурбонам. Впрочем, всякий переворот – это кровь, сиротство, страдания. Однако не случись потрясений во Франции, я никогда не встретил бы вас в России. Jean, j'organiserai votre évasion. Je soudoirai les soldats. Je donnerai un soporifique à l'officier. Du poison. Я устрою побег. Я подкуплю солдат, дам снотворную офицеру или отравлю. Vous vous réfugierez à l'étranger. Вы скроетесь за границей. Je dois partager le sort de mes compagnons. Я не могу. Я должен разделить судьбу своих товарищей. Non. Нет. Non. C'est impossible. Это невозможно. Я уже все приготовила. Я должен partager le sort de mes camarades. Adieu, mademoiselle Pauline. Прощайте, мадемуазель Полина. Tout est pour le mieux. Все к лучшему. Le destin était clément. Il vous a sauvé du sort cruel. Судьба избавила вас от жестокой участи жены каторжника. Vous êtes fou. Вы безумец. Pour ma part, ce serait un grand bonheur. Я пошла бы за счастье зваться женой отверженного. Si ces souffrances en trouvaient si peu que ce soit allégé. Если бы это облегчило ваши страдания. C'est vrai, Pauline. Это правда. C'est vrai. Обручается раб Божий Иоанн. И рабы Божии по Раскеве, имеешь ли желание благое и непринужденное? Excusez-moi, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Что все это значит? Comment? То есть? Сейчас мы вернемся. Мадемуазель Полин, mais expliquez-moi donc ce que vous avez. Объясните, что происходит. Écoutez, vous, même si je crevais de faim. Послушайте, если бы я подыхала с голоду, я и тогда не пошла бы за мешок с деньгами. Доброго пути, мадемуазель. Адью. Так я вам не нравлюсь? Браво, поручик! Наконец-то вы поинтересовались этим пустяком. Самоуверенный, самовлюбленный барчук. Боже! Какой осел! Мадемуазель Полин, я не верю! Я не верю! Мадемуазель Полин! Я вас люблю! C'est vrai. Это правда. C'est vrai, Jean, c'est vrai. Je veux devenir votre femme. Это правда, Жан. Я хочу стать вашей женой. Теперь никто не заподозрит меня в корысти, даже в модном доме, где я все еще служу.
Ватерсак, мадемуазель. Ваша сумочка. Écoutez, écoutez, Jean. Je vous remercie, Pauline. Благодарю, Полина. Je ne suis pas digne de votre amour. Но я не стою вашей любви. Vous trouverez encore votre bonheur, Pauline. Vous serez heureuse. Вы еще устроите свою жизнь. Et moi, non, Вы будете счастливы. Je vous en supplie, oubliez-moi. Забудьте обо мне. Jean, comment pouvez-vous dire cela? Жан, не смейте так говорить. Я не могу быть счастливой без вас. Со мной все кончено. Прощайте. Светает уж. Барыня просит. Не принимали, потому всю ночь обедали. Там хочу сохранить одно место для такого человека, коему недавно еще того желаю, но с коим неразлучно веки пребывать буду. Ах, любезный друг, какие мучения терзали мое сердце! О, милорд, все пропало! Мой братец в скором времени совокупится браком с госпожой Клементиною! Бедная Генриетта, какой жребий для молодой девицы, составляющей украшение вселенной. Человек, хотя бы то был какой король. Je regrette beaucoup, madame. Mais je dois vous dire, votre fils est détenu dans la forteresse. Мадемуазель, говорят, их благородие Иван Александрович в крепости сидят. Небось, долгов понаделал. Madame. Madame, sa vie est en danger. Écoutez vous-même ce qu'il écrit. Послушайте, что он пишет. Et même pas une épingle. Нет даже булавки под рукой, чтобы покончить с существованием. Иван Александрович, жизни лишиться одумают. То-то родственники обрадуются. Все им мерзавцам достанется. Мадам, écoutez, vous devez vous rendre à Pétersbourg. Vous êtes la seule personne. Только вам по силам купить для сына заграничный паспорт. Et moi je me chargerai de tout le reste, madame. Паспорт? Добежать барину. Мой сын беглец? Этому не бывать. Fils, madame, n'est pas fugitif. Votre réponse est digne des Romains, madame. Mais leur Ваш ответ достоин римлян, но их времена миновали. Jean est un enfant, comprenez-vous? Дитя малое, Иван Александрович. Хорош, дитятка. Понабрался от французов заразы масонской, да на француженке жениться вздумал. Уж не на тебе ли? Подкрепи, Боже, наши силы. Я пронзен был до глубины сердца. Вам надо бы жениться на англичанке. А не на итальянке. Не делайте такого выбора, который может обесчестить Клементину. Я имею гордое сердце. Я желаю, чтобы вы вспоминали об мне с нежностью. Летний зной, зимний холод. Тебе он их особит твоего пола. Тебя, конечно, многого Матушка, будет это стоить, но сойди мне... вниз и... Матушка, мне уже 24-й год. Пора задуматься над устройством очага семьи. И дух мой стал возвышенный, я... Тебя кто звал в Москву? Матушка, у меня невеста. Извольте дослушать. Так. Ну-ну. В Петербурге кого приглядел? Вы ее видели, но вряд ли помните. Она служит здесь, во французском модном доме. Что ты дурак, про то я одна знала. А ты хочешь всей Москве показать? Никитка. А, да излечит меня любезнейшая рука ваша. Маркиза целует беспрестанно нежную свою дочь, омочила ее своими слезами. Матушка, вы меня на крайность не вынуждайте. Мое намерение обдумано, я не отступлюсь. Да не отступай, сыка напугал. Женись хоть на дворовой. Стало быть, вы отказываете мне в наследство. Клементина пленилась твоей красотой, я недостойна тебя.
Матушка, так я проклят вами? Пошел вон. Вы мне не ответили. Федор! Лошадей Ивану не давай. Пусть убирается, как знает. Весь в меня. Не то что Гришка. Будет кому наследство оставить. Да упросите вы матушку! Слушай, Федя, может зваться мешком с деньгами тот, кто лишен наследства? Да как же, барин? Да неужто, барин, господи? То-то. Стой! Замуж выйдешь за генерала или за министра, о моем дураке забудь. Знаешь, сколько на тебе бриллиантов? 1100, если не больше. Балы буду давать, чтоб ты у меня не скучала. Rendez-moi mes vêtements. Верните мне мое платье. Брезгуют. Полноте, князь, я не ищу виновности. Наоборот, я даю возможность оправдаться. Но положение мое поистине незавидное, когда меня лишают доверенности. Между тем, я только первый гражданин Отечества. Вы подняли оружие на друга своего дела. И тем самым только связали мои намерения. На той высоте, на которой стою, я нельзя не видеть. Если и могла быть виновность отдельных лиц, то были же и какие-то общие причины для возмущения. Вовлечена масса людей. Не важнее знать это, а не виновность того или иного лица. У вас есть жена, дочь Раевского. Недавно родился сын. Вы можете оставаться спокойным, князь. Ваши дети, мои дети. Если вы пообещаете впредь быть верным престолу, я смогу вас простить. Ну, слава богу. А то уж мы подумали, письмо не получил или случилось что-нибудь. Что с ней? Был доктор? Успокойся, князь, доктор был. Да и без доктора все известно. Что известно? Приступы дурноты, без этого не обойдешься. Бог даст, зимой у нас будет внук. Je vous en prie, Сергей Григорьевич, dans la mesure du possible, ne me laissez pas ainsi seule pendant si longtemps. Если можно, Сергей Григорьевич, прошу вас, не покидайте меня надолго. C'est étrange, mais je vous connais aussi mal que par le passé. Мы почти не бываем вместе. Это странно, но я вас не знаю совсем. Левашов. Извольте. Я могу простить вас, князь Сергей Григорьевич.
Ваше Величество, в том и несчастье, что вы все можете, что вы выше закона. А я желал бы, чтобы ваши подданные зависели от закона, а не от вашей угодности, капризов или минутных настроений. Заковать в железо, содержать как злодея. Набитый дурак этот князь. Или лжец и подлец в полном смысле. Ой, да князюшка, ой, да Миколушка. Миколушка. Так. Егор, дверь почему-то заперта. Ваше сиятельство, Александр Николаевич велели двери на ночь запирать. Так отопри. Обязательно, ваше сиятельство. Александру Николаевичу только доложим. Мари! Мари! Мари, что с тобой? Мари! Прячете Маша. От меня почту, любезный братец? Лишь по слухам я узнаю про зимнее несчастье в столице. Ни одного письма от родни мужа, не говоря уже Сергея. Теперь вы взяли меня под домашний арест. Полно, Мари, что ты придумала? Возможно, князь отправился дальше, границы с турками. Отец вернется, все расскажет. Но отец в Петербурге, а не в Бессарабии. Я устала, Александр. С первых дней этого страшного года я живу в угнетении, а вы только тешите меня выдумками. Это не в правилах нашей дружбы, Александр. Это жестоко, наконец. Как вы не поймете, никакая мука не может сравниться с неизвестностью. Если сей же час ты не скажешь мне, что с Сергеем, я отправлюсь в Петербург. Ты меня знаешь, я слов зря не трачу. Сергей Григорьевич, ну как тебе это сказать? Что с ним? Ну да что там? Он отправлен в Петербург. В общем... Он участвовал в противоправительственном заговоре. Прикажете доповісти, ваше високородіє. Полковник Пестин. О, так проходьте, будь ласка, проходьте. Глубочайшие извинения, мы вторглись в столь неурочный час. Что-нибудь случилось? Случилось. К утру мы должны быть в Умане. Позвольте представить, князь Яблоновский, пан Градецкий. Мне кажется, вам следует заночевать здесь. Исключено, Сергей Григорьевич. Пильнее нас зазываю до Варшавы.
Польское общество ждет наш ответ. Еще не разъехались гости из-под венца и в полк. Но другого случая не будет. Год как не более. Когда и где? Завтра в Умане. В вашей квартире в час пополудни. Ну, хорошо. Я буду. Благодарю. Я знал, что могу на вас положиться. Волконский не был бы замешан. Ему готована крепость, если не более страшная. Вечная каторга. Самое страшное для нас позади. Теперь я буду ему нужна. Сих государственных преступников, осуждаемых политической смерти, по лишении чинов, орденов и дворянства, сослать в каторжные работы соответственно разрядам. Поручик Анненков, прекратите! Управлял северным тайным обществом, имевшим целью бунт, и согласился именоваться главой и предводителем воинского мятежа, хотя лично в нем не действовал.
тоже мог знать, что с бревнами выйдет такая задержка. А в чем дело? Случилось что? Телега в дороге развалилась. А ну, мужики! Снимаем, а как? Не можете драться сама. Обязательно вместе! Веревки-то короткие. Вот незадача. Ай-яй-яй, понхилд вам, тинтемитфель. Узнайте, что там произошло. Позвать его сюда! Мигом! Дефештос, фиг, я не тебя для чего в Россию выписали? Так у нас уж полвека не казнят, а ты, шведские твои мозги, куда глядел? Придется обождать ваше высокопревосходительство. Мужик, ошибка. Столбы. Копай не глубоко. А ну, скамьи сюда, живо! Бедная империя. И повесить-то как следует не умеют. Коменданты их сиятельству! Если мы не выступим, мы заслужим имя подлецов. Вот что я почту неудачей. Надо бы начать. Это сил достанет. Военная храбрость и политическое безрассудство не одно и то же. В наших обстоятельствах восстание – гибель! Да, мы погибнем. Но пример останется. Сергею Муравьеву, апостолу Михаилу Бестужеву, Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной сих преступников за тяжкое злодеяние повесить. Нынче который день? Господи, прими раб твой. Прости им всякое прегрешение и всели, Господи, в обители твоя. Господи, прими. Дайте руку. Твоих. Послушайте, бьется ли оно сильнее? Отдайте мне моего мужа! Оставьте мне моего мужа! Не губите его! Не губите! Настенька, прости отца! Прости отца, Настенька! За себя и за меня проси! Господь Иисус Христос, Бог наш, иже божественной заповеди своим ученикам и апостолам давай, во еже вязать и решать и падше. Приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя. Его желание исполнилось. Мы умираем.
в мучение. Вешайте их скорее! Вешайте снова! Веревки никуда не годятся. Нет крепкой веревки. Надо в лавку послать. Умираю в мучениях. Но я счастлив, что дважды умираю за отечество. На Руси сорвавшиеся миловали. Не послать ли государю? Вешайте, вешайте. Ненавидящих и обидящих нас прости. Поеже ни единому от них ради нас погибнуть. Господи, всем спасите милостью Твоей. Боже всещедрый, всем спасите милостью Твоей. Господи, Господи, Боже всещедрый! Ваше Величество! Ваше Величество! Свершилось, Ваше Величество! Особенное внимание склоняем мы на положение фамилий, от коих преступлением отторгнуты родственные члены их семейств. Родство передает потомству славу деяний предков, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Никто. Да не дерзнет никто. Вмените родство кому-либо в укоризну. Сие запрещает закон гражданский, а более еще закон крестьянский. О чем ты, Голенищев, рассказать порывался? Имеет хождение, Ваше Величество, сужденица одно предъявитейшее. Сапожник бунтует в Европе от того, что ищет знатности и богатства. А нашим революционерам и знати, какого надо нарожна. Верно, рвутся в сапожники. Генерала Раевского ввести в Государственный совет сенатором. Князь Сергей, ответь мне прямо, какой отклик находит в тебе плащ моей дочери? Скажи, Маша, что ты отказываешься от ее жертвы. Как достигнешь места, пиши прошение, что встретит она, если последует за тобой. Письмо отвратит ее иллюзии, отымет надежды, она успокоится. То есть... То есть забудет меня? Петербург, 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 Чернигов. Повторите, повторите еще раз. Известно. Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкой, Англицкая набережная. Ста верст не проехали, уж третье письмо. Сергей, будь мужчиной, христианином. Ты сломал ей жизнь. Не будь же убийцей. Она слаба здоровьем. Она не вынесет ужасов путешествия. Просяги, не свопаз эгоист. Дома лерну туда балю друга дубриеру. Разве не в ваших намерениях упразднить государеву власть? Взамен монарха возвесть заговорщиков и править на манер якобинцев. Да откуда все это? Да ежели суждена нам удача, члены общества тотчас же удалятся от политической жизни.
Постой, князь. Вот ты хладнокровно предаешься опасности пережить бесчестие, позор. Быть может, утратить жизнь саму. А при удаче никакого воздаяния за риск. Доброе слово потомков – это все, на что мы надеемся. А если мое участие в делах общества стало бы помехой семейному счастью, я, хотя скрипя сердце, лучше бы отказался от счастья, нежели изменил моим убеждениям и долгу. Господь всемилостивый, да как же ты венчался-то с грехом этаким? Покойной ночи. Я сделаю все, о чем вы просите. Храни вас Бог, ученики истины.